Накануне в Кургане в огне погиб мужчина. Пожар произошел около часа ночи в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Пушкина, 69. Комната выгорела полностью. По данным пресс-службы МЧС региона, на пожаре работали 8 боевых расчетов. В квартире спасатели обнаружили тело 59-летнего хозяина жилища. Еще две женщины оказались в больнице. Одну из них доставили с отравлением угарным газом, другая получила ожоги второй и третьей степени тяжести и сейчас находится в областном ожоговом центре. Предполагаемой причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении. По факту гибели курганца следственными органами Следственного комитета области проводится проверка.